Чувашии на этой неделе заработает автоматическая система взимания платы с грузовиков. Именно с помощью этого ресурса будут собирать информацию о передвижениях автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Система «Платон» будет отслеживать, с какими перегрузками движутся транспортные средства и насколько серьезный вред они наносят дорожному полотну. Размер платы рассчитывают в зависимости от фактического пробега автомобиля. За каждый пройденный километр владельцам перегруженных авто придется заплатить более 3 рублей. Полученные средства поступят в Федеральный дорожный фонд. Каждый год деньги намерены выделять на реконструкцию трасс. Вся информация о передвижениях грузовиков будет стекаться в Центр управления мониторинга, который базируется в Твери. В регионах уже работают специализированные офисы по регистрации автомобилей. Разработчики системы запустили интернет-портал, с помощью которого возможно внести средства за пройденные с перегрузом километры. В данной системе уже зарегистрировано порядка 300 тысяч автомобилей. Выявлять нарушителей будут с помощью комплексов видеофиксации, а также специальных рамок. Машины будут просто проходить, вот точно так же, как сейчас здесь мы видим, через пункт взвешивания будет стоять над ним рамка, которая будет определять, во-первых, габариты, во-вторых, его номерные как бы параметры. И дальше в автоматическом режиме фиксировать те, если нарушения будут или не будут, и, соответственно, пробег машин, которые совершаются именно по дорогам с грузом. Но в ближайшие годы на дорогах республики планируют установить 6 автоматических пунктов взвешивания. Медрий Ковалев, Республика.